Всем привет, меня зовут Юлик, и это «Школа блогера». Нет, никаких школьников! Никаких школьников! Ну, кроме вас. В общем, в этом шоу я буду обозревать всякие популярные паблики. Ну, как обозревать? Зачитывать и комментировать. Ну, вы сейчас увидите. Первым пабликом, на который я обратил внимание, станет «Подслушанное». Это место, куда люди скидывают все свои самые противные, гадкие секреты, мысли, да? Ну, давайте приступим. Ненавижу, когда мне что-то рассказывают, чтобы удивить. Делаю вид, что я эту новость уже знаю. Ребенок запутался в пуповине и задохнулся. Мне очень жаль. Я знал, что так будет. Сломал ногу, закатили в гипс, жутко чешется. Положил ногу на софтбуфер, включил музыку с глубокими басами. Больше не чешется. А когда ты хочешь трахаться, ты поди член в пылесос суешь. Решил взвеситься. Какие у меня все-таки дома полы неровные. Ага, и кость широкая. В тренажерном зале, когда кто-то из парней начинает громко стонать, выполняя упражнения, я жутко возбуждаюсь и не могу нормально заниматься. Примотай член скотчем к ноге. Какого хуя мысленно я переспала со всеми знакомыми? Потому что ты шлюха. Когда мой пес хочет гулять, он забирается ко мне на колени и начинает выразительно чихать и косить взгляд. Он не хочет гулять, он умирает. То неловкое чувство, когда твой молодой человек после секса говорит: «Моя маленькая, а ты на 23 года его старше». Ты ужасная мать. Я девушка, и у меня темная киска, мне это ужасно не нравится, поэтому уже года два я ее затоналиваю тоналкой и запудриваю пудрой перед каждым свиданием. Такие вот дела. А не нужно ебаться на каждом свидании. Пора вводить словарь уебищных запятых и уебищных многоточий. Я в 14 лет смотрел мультики про фей, а моя сестра в 14 лишилась девственности, что не мешает ей смотреть мультики про фей. Винкс, вместе мы сильные. Боюсь умереть в тот момент, когда у меня все лицо в прыщах, подходит к гробу целовать твой лоб, а у тебя там это. Чувак, не бойся, это, видимо, твой единственный шанс на поцелуй. Делаю картофельное пюре деревянной толкушкой. Каждый раз мой муж заставляет меня ее облизывать. Возбуждается, тащит в постель и жестоко трахает. Фу, блять, и ты все равно готовишь той же колотушкой, что он трахнул? Ха, сегодня видел, как два пиздюка 7-9 лет лапают манекен женщины за грудь. Поди своей очереди ждал. Когда мой парень узнал, что поступил в Академию МВД, он так нежно на ушко прошептал мне: «Ну что ты, подстилка ментовская?» «А ты думала, он сам будет по карьерной лестнице подниматься?» Когда стою под душем с закрытыми глазами, боюсь открыть их и увидеть, что на меня льется не вода, а кровь. Когда я моюсь в душе с закрытыми глазами, я боюсь их открыть и увидеть, что нассал не в ванну. Хочу робота, который учил бы меня всему, что я хочу. Захотела я танцам научиться, прихожу домой, а там мой робот и уже готов к урокам или языкам бы обучал. Ой, не пизди, ты бы с него сидел ВКонтакте. После того, как я помою голову, я даю покусать свои волосы моему коту. Он как бы пьет воду с волос, это так прикольно. А в остальное время он умирает от жажды! Думаю, на этом можно закончить, и раз уж вы досмотрели до конца, то стоит лайкнуть, подписаться, если вы не подписаны, и написать в комментариях, в какие паблики мне стоит зайти. Паблики, паблики, паблики мне стоит... Фу, блядь, все испортил.